Влево! Порвать! Короткий он, нет? Короткий, да? Так не пойдет. Надо с навески тот палец длинный вытащить, а этот туда поставить. Проваливается? Ага. Да и хер с ним, все, так лучше. Сейчас. Ты зачем на сцеплении газуешь? Покачай! Да, вывернуть. Давай, вперед. А что у тебя уши-то красные? Сегодня напьешься, да? Ты прямо его тащи, не ворочай! Ну что теперь? В лес и сожгем! В лес и сожгем! Не-не, может зацепим его, вытащим? Зажжем, да? А что, ты надо назад и помнить? Ну да, я не хотел сказать, вот зацепить, зажжем, тащить. Это, Вань, у тебя поленница большая, возьми, покидай! Кого? Кого? Поленницу? Конечно, дрова! Ну, вот сейчас напилю чурок. Он, понимаешь, он может и еще раз провалиться. Закидывает рост-то, Игорь. Все, надо переезжать. Может, за жопу ты его возьмет? Нет. Сразу. Нет, сразу-то он возьмет.
все правильно он делает, нормально. Нет. Тебе взад надо переезжать. Тебя сносит, блин, потом не выровняем. Ты накатать хочешь? Блять, тихо ты. Что этот на скважину. Да, да. Ну, нормально все. Сейчас он вот так вот сюда. Не-не! Давай вот! Так давайте я сразу сюда так и за жопу! Да, тяжело, тяжело Игорьку. Нормально, нормально. Еще, еще чуть. Хорош. Потянет сейчас тебя, а я его маленько потом поверну. Да? Все. Не ворочит? Ты его стащи сперва, потом переедешь.